Добрый вечер, дорогие друзья. Мы, все те, кто отвечает за этот концерт, приносим извинения за задержку его, совершенно немыслимую и невероятную, но она была связана с внезапно возникшей трудностью, которую пришлось преодолевать. Это было совершенно экстремально. Уверяю вас, если кто потом захочет, я могу рассказать, какой экстрем он был. Так или иначе, концерт начинается сейчас, и прежде чем его начать, мне хотелось бы поблагодарить клуб Алексея Козлова, всех тех, кто помог этому концерту здесь начаться, по крайней мере. Я, во-первых, хочу поблагодарить самого Алексея Семеновича Козлова. Я не знаю, он не подошел пока, возможно, он появится, потому что с трио «Второе приближение» его объединяет целая огромная музыкальная история. Я хочу поблагодарить Раика Копяна, который любезно и, по-моему, с удовольствием предоставил эту сцену трио «Второе приближение». Я хочу поблагодарить всех тех, кто помог устроить здесь не просто концерт, вот начало концерта, но у нас еще есть, так сказать, праздник некий внутренний «Второго приближения». Одним словом, много что пришлось делать, я за все это хочу поблагодарить. Замечательный клуб, в который стоит ходить, здесь происходит масса разнообразных событий, причем очень разноплановых и разностилистичных. Поэтому здесь всегда очень интересно. Спасибо клубу Алексея Козлова. То, что касается трио «Второе приближение», то это ансамбль очень, как вы, наверное, знаете, нетипичный для нашей джазовой среды, или иногда ее называют тусовкой джазовой, называть ее может как угодно, но он действительно нетипичный, потому что это один из тех немногих составов, которые уже многие годы, а опыт у трио огромный, они существуют уже больше полутора десятилетий, объездили много стран, выпустили много дисков, выступали много где на самом деле. Так вот, у этого ансамбля в России, в Москве происходит не так много концертов, они редки. И каждый из них, в общем, в этом смысле на вес золота, может быть, какого-нибудь другого драгоценного металла. Но действительно это бывает достаточно редко, и музыка, которую представляет трио «Второе приближение», это действительно музыка, не характерная для вот этого мейнстримовского направления, для страйт-хэд, для обычного джаза. Это музыка, которая требует внимания, труда при ее восприятии и при соответствующем труде отдачи. Отдача – это неминуемо, она наступает. Вот холод такой не нужен мне, спасибо. Я думаю, музыкантам он не очень пригодится. Так вот, вот такой вот оригинальный авторский подход Андрея Разина, лидера, композитора, пианиста, Татьяны Комовой, вокалистки, перкуссионистки немного, Игоря Иванушкина, контрабасиста, одного из самых таких сейчас востребованных музыкантов в Москве. Эта музыка делается на вершине того, что могут эти музыканты. Мне кажется, это правильный подход. И в этом смысле публике иногда приходится подтягиваться, менять какие-то свои представления, если она, конечно, хочет. Не хочет, то, так сказать, ради бога. Но последняя вот эта программа, которая давно вынашивается музыкантами, программа, посвященная памяти Дэйва Брубика. А в анонсах вы, наверное, видели, что трио «Второе приближение» связывает с Брубиком некая история. История замечательная, на самом деле, в Рочестере. Это было сколько? Лет 5 тому назад, 4,5 года тому назад, на фестивале в Рочестере, где у музыкантов было 4 сета часовых. Они пересеклись с маэстро, с человеком, которого мы все давно почитаем, много лет. Я вообще когда-то начинал свое джазовое образование с Дэйва Брубика. Это был 67-68 год, я слушал тогда этого музыканта и слушал, когда он приезжал в Москву, и, конечно же, мои друзья-музыканты знают прекрасно его творчество. Так вот, Брубик получил несколько компакт-дисков трио «Второе приближение», слушал их по дороге на Тихоокеанское побережье, где он жил и преподавал. И когда приехал, написал необыкновенное письмо. Такое письмо, я не знаю, кто еще получал. Восторженное письмо с великолепными словами о музыке «Второе приближение», которое он оценивал как очень оригинальный, очень интересный состав, который, если идет по его пути, а ему там были такие слова предпосланы, то, может быть, только в какой-то затравке, в импульсе в начальном, а так, конечно, этот путь совершенно самостоятельный, и эта музыка для него настолько цена, что сейчас он приедет и начнет копировать ее на диски для того, чтобы послушали его сыновья музыканты, послушали педагоги, которые преподают его в колледже и так далее. Ну и, в общем, взаимодействие это продолжалось, и вот сейчас, когда была годовщина, в декабре была годовщина смерти Дэйва Брубика, его вдова Айола прислала приветственное письмо «Трио «Второе приближение».
такой обнадеживающий, с пожеланиями успеха. Успеха, который я им тоже желаю, предваряя их программу, в которой будут и элементы новой программы памяти Дэйва Брубика, и кое-что из старых программ. Программа сегодня в двух сетах с перерывом, так что приятного вам вечера. Ну а теперь второе приближение. Thank you.
Thank you.
Сюита, о которой говорил Миша Митропольский, «Памяти Дэйва Брубека». Первая пьеса называется «Колыбельная для Дэйва», вторая «А-ля Ронда». Тема расшифровывать не будет, я думаю, что я не знаю.
музыкантов есть с собой компакт-диски. Если кто-то заинтересуется, то обращайтесь ко мне, я тут в зале. Я могу познакомить с вами нашу публику, уважаемую. Татьяна Комова. Татьяна Комова. Игорь Иванушкин. И лидер проекта Андрей Разин. Татьяна Комова. Начинается все с Брубика, а дальше я не знаю, что будет. Наверное, что-то из... Как всегда. Thank you.
Thank you.
Thank you.
тему, очень маленькой темы Беллы Бартока из его же «Богатели номер 4». С недавних пор мы Венгрию вообще полюбили еще больше, чем до того, как мы не знали о том, что мы полюбили Венгрию немножко больше. Некоторые в зале меня поймут почему.
Спасибо. Спасибо. Ну и последнее. Последнюю мы точно по нотам будем играть. Мало ли что.
Дорогие друзья, вы не уходите, господа музыканты, не уходите, далеко. Дело в том, что я хотел бы, они понимают прекрасно ваше желание, то, что аплодисменты предваряют бис обычно. На самом деле, вот эту вещь они чаще всего как раз на бис и играют. Но дело в том, что сегодня необычный день. Сегодня я хочу попросить выйти еще раз на сцену Татьяну Комову. Татьяна Комова. Иди сюда, пожалуйста. Дело в том, что сегодня необычный день, сегодня концерт, конечно, просто концерт в клубе Алексея Козлова. Вообще много концертов бывает, даже по две штуки в день и так далее. Но некая необычность все-таки есть. Дело в том, что у Татьяны приближается праздник, он наступит сегодня после 12 ночи. Поэтому сегодняшний концерт – это преддверие праздника, который вот мы тут собрались, и частично ее поздравлять с этим праздником и с этой музыкой. Поэтому давайте, поздравлять мы не будем, потому что вот сейчас еще рано, да? Чуть рано, до 12 можете досидеть, порой поздравим. Но все-таки давайте поаплодируем ей, потому что это концерт преддверии. Да. Спасибо огромное, но я все равно вызываю своих мальчиков, потому что это вот без них ничего бы не было этого. Андрюша, Игорь, друзья мои, только с вами буду все правда. Если заинтересует друг, это кому? Всего доброго. Спасибо вам.